Хотел вам рассказать про новое психическое расстройство. Дум-скроллинг. Ну, я иронизирую, это не психическое расстройство, это просто особенность нашей психики. Дум-скроллинг от слова «рок», «трагедия судьба», да, и это ситуация, при которой человек зависает на просмотре негативных новостей. Негативных новостей сейчас предостаточно. И самые разные каналы используют их в качестве своей как бы агитационной политики. С другой стороны, люди, поскольку это потребляют, это хороший трафик, вот, поэтому это еще и деньги. В общем, короче говоря, мы здесь в заложниках, а психический механизм, который лежит в основе дум-скроллинга, это наш инстинкт самосохранения, который требует от нас быть в курсе негативных событий, негативных новостей, потому что если мы про них знаем, то вроде как мы можем от них защититься. Проблема состоит в том, что инстинкт самосохранения был сформирован эволюцией не для целей скроллинга телеграм-каналов и не для просмотра телевизора. Инстинкт самосохранения, и он бы хорошо работал в естественной среде, где есть информация, которая касается нас лично, и негативных обстоятельств, которые нашей жизни лично касаются. Но вот мы сбили его с толку, этот инстинкт самосохранения, и подсадили его на зависимость от негативных новостей.